друзья, ваши аплодисменты, команда городского молодежного совета «Молодежка». Давайте громче их поприветствуем. Вас приветствует городской молодежный совет команды «Молодежка». Мы занимаемся волонтерством. Вот как бы вам объяснить? Например, сейчас мы стоим на сцене, а потом мы будем убирать зал. А еще у нас в совете очень много хороших людей. А я тварь. Я когда салатик из общей мисочки накладываю, ложечку облизываю и обратно кладу. Да, если мы не начнем сейчас нормально шутить, то мы точно не выиграем. А ты гуляй, душа, а ты гуляй. Я тебя помню, ты еще на концерте выступал. Ну как же, твою мать! День матери! Да-да, точно. Ну и что, мы выперлись? Ребят, ну я со стороны посмотрел на вас. Ну что это такое? Понимаете, нужно что-то энергичное такое, динамичное, масштабное, в конце концов. Понимаете? Ну тогда давай, покажи нам что-то динамичное на тему игры про Батайск. Да без проблем. Песня «Факт про Батайск». Этот город на земле. Да, знаешь что? Что? Нет, как говорит мой психолог, нужно представить, что проблем не существует. А твой психолог случайно не из «Единой России»? Ты что такое говоришь? Депутат Думы сидит! Как депутат Думы сидит? Девчонки, вы что наделали? Пошел вон! А ты гуляй, душа, а ты гуляй. А, кстати, у Масалина нашла ответ на вопрос, что такое Батайск? Батайск – это жемчужина России. Иными словами, мы на дне. А ты гуляй, гуляй, душа, а ты гуляй, душа. Так, девочки, давайте, все, уйдите за кулисы. Ну, ни в какие ворота не лезем. Сейчас я вам покажу, как нам нормально выходить. Итак, встречайте, команда КВН городского молодежного совета «Молодежка». Вот она команда, молодежка, вот это понимаешь. Выходить молодежь Батайска. Да ты не смотри на их возраст, ты посмотри на состояние их души. Молодежка, погнали! А я тварь. Я вешу 48 килограмм. Но всем своим толстым подружкам говорю, что мне худеть надо. Случай в Косике. Сынок, вставай, впереди асфальт. Действительно, нужно посмотреть на это чудо. Повариха ляпнула лишнего. Оп! А нет, чё дофига. Мне когда друзья в ВК пишут, я им по одному сообщению присылаю голосовыми. В наше время популярно быть блогером. Всем привет, с вами Элиса Окси, и сегодня мы будем делать обзор... Ненормальная! Эти камеры, чтобы следить за вами на ЕГЭ! Дорожники кладут асфальт. Оп, они что-то дофига.
смеется, но другое дело происходит в учительской. А я, значит, ему и говорю, а голову ты дома не забыл? Ой, не могу! Боже мой, голову! А меня? Ладно, у меня на уроке, значит, встаю и говорю, кому не нравится наша система образования, могут встать и выйти. Я встал и вышел! Не смешно. Вообще не смешно. Ну, знаете ли. Мария Ивановна, я забыла дневник. Встал и вышла! Ну, дебил. Вообще дебил. Артур, можно вас? Мы хотели подарить вам подарок. Вот он подарок. Артур. Магнит? Илья, ты что, смеешься? Это же вообще не масштабно. Да зато как масштабно, я его вручу. Скромно, но от души. И в конце. Уважаемые ученики, пожалуйста, посмотрите направо. И посмотрите налево. Вы окружены нашими волонтерами. Больше пятерки, меньше пятерки, ничего не ждем. С вами была команда КВН «Молодежка».